Привет всем, у нас сегодня ТВ-шанс «Вокал», новогодний выпуск. У нас сегодня в гостях наша постоянная гостья и подруга. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Светлана Козлова, я являюсь концертным директором Владислава Рывкова, певец Леомар, также Светланы Сафроновой и многих других людей. Я сюда привожу детей выступать, пиариться. Мне очень нравится этот проект. Большое спасибо всем организаторам, директору, прекрасной ведущей Наталье Анетте, которая всегда радует всех своими песнями и хорошим настроением. Всем большое спасибо за этот проект. Я привожу людей и буду еще больше и больше приводить и пиарить очень хороший проект «ТВ-шанс». Всем спасибо.